Макарон, куки стас, ей! Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами откроем вот такие вот сюрпризы. Давайте начнем с популярных мини-круассанов Чипикау. Здесь попадаются фишки с Angry Birds. Как все уже знают, если попадается код А, то фишки картонные, если код Б, то фишки металлические. Посмотрим на эту фишечку. Нам попадается вот такой вот Red. Посмотрим. Номер 6. Достаточно плотный картон фишки. Здесь наши параметры. Вот такая вот фишка. Далее давайте откроем вот такой вот киндер-сюрприз «Гадкий я». Это у нас коллекционное издание. Значит, попадаются игрушки. В каждом яйце коллекция. Достаем капсулу. Открываем. Так, кто же нам там попался? Посмотрим. Нам попался Грю. Вот вся коллекция. За кадром я уже открывала одно яйцо. Мне попался вот такой вот миньончик. Игрушки достаточно качественные. А теперь давайте посмотрим на саму игрушку. Собрала игрушечку. Игрушечка у нас умеет как бы наносить удар. Достаточно хорошего качества. Вот такой вот Грю. Теперь давайте откроем новиночка для моего канала. Такие вот зайчики мимишные от Чупа Чупс. Такая вот большая коллекция зайчиков Пингвин. Нам попался вот такой вот милый зайка, который дарит цветочки. Тоже игрушки качественные, прокрашены все хорошо. Достаточно милые. Далее давайте откроем Тати Тедди Май Блю Нос, коллекция номер 2. Здесь попадаются такие же, как и в первой коллекции игрушки, но уже пластиковые, без покрытия. Вкусный мармелад. Остальной вкладыш. Коллекция состоит из 10 милых игрушек, дружков. Описания нету, кто попался. Вот. А нам попалась вот такая вот замечательная киска. Ну, в варианте с покрытием флакированным игрушки были немножко по качеству покрасивее. Здесь как-то кажется пусто, не прорисованные игрушечки. Ну, достаточно милые. Далее давайте откроем такой вот сюрприз Смурфики. Посмотрим всю коллекцию. Такие вот
8 игрушек, замечательно. А нам с вами попалась смурфета. Ну, для меня это уже повторчик. Как вы помните, мы уже открывали такие сюрпризы, она нам попадалась. Остался небольшой недочет от литья. Такая вот милая. И откроем последний сюрприз на сегодня. Это чупа-чупс фиксики. Большой-большой секрет. Здесь достаточно большая коллекция идет. Мы с вами уже тоже открывали такие сюрпризы. 16 игрушечек в коллекции. Очень плотная капсула. Так. Такая вот большая коллекция. А нам с вами попался повторчик. Это нолик. Конечно, игрушечка очень замечательная, поэтому я расстраиваться не буду. Игрушечка качественная, все хорошо прокрашено. Даже вот значок фиксиков выделяется. И он куда-то у нас летит. Вот такие вот замечательные игрушки у меня попались. Пишите под видео, какие вам игрушки больше понравились. Мне понравились практически все игрушечки. Ну, вот, единственное, что так, вот эти игрушки могли бы быть более четко раскрашены. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!